МВД Болгарии, Маринову мог убить психически больной. Следствие отрабатывает все версии жестокого убийства директора частного телеканала ТВН, не исключая нападения по личным мотивам. Глава МВД Болгарии Младен Маринов заявил, что сотрудники правоохранительных органов рассматривают несколько версий убийства журналистки Виктории Мариновой, сообщает ТВН. Он указал, что специалисты составляют психологический портрет убийцы. Маринов добавил, что им мог стать человек с психическими отклонениями, а само преступление могло быть продиктовано личными мотивами. Также глава МВД не исключил, что Маринову могли убить из-за профессиональной деятельности. При этом и глава МВД и генпрокурор Болгарии Сатив Цацаров подтвердили, что на данный момент нет подозреваемого в убийстве журналистки и ведется проверка лиц, которые склонны совершать такие преступления. Напомним, тело 30-летней Мариновой обнаружили в болгарском городе Руси по данным полиции. Перед смертью ее изнасиловали. Имя журналистки связано с расследованием скандала вокруг хищения средств фондов Европейского Союза. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.